Кирилл уже достал тусоваться по центру, постоянно тут тусуется. А где это место? Здесь. Вот здесь прям, да? Я вообще не вижу, что в автобус стоит. Вот он переход. Нет, да вот тут земля. Вопрос переход. Они как будто вот здесь сбоку стояли, да, автобусы? Нет. А где? Тут здесь им прямо. Ага. Да, вот здесь. Вот здесь, да? Ты что, они нас с экскурсией кинули? Сколько время? Ну, только 3 минуты. Сейчас сколько время? 3 минуты и 9. А, мы опоздали. Я тоже не видел. Я тоже не видел. Туалет это. Да какой туалет? Ты посмотри, автобуса нет. И рогалин, да? Точно. Вот тут, да? Ну да, я еще помню. Главное, что там к этому помещению, короче. Да, он его нету. Да, да. Я его не знаю. Может, людей не знаю. Да, скорее всего, людей не набрали. Хотя вон какой-то идет. Вот экскурсия. Пушкин. Великий Новгород. Это экскурсионный? Экскурсия? Экскурсия? Экскурсионный автобус у вас, да? Вы уже все или 8 часов едете? А? Будки подойду, знаю. К этой, да? Я не могу понять, с вами можно поехать на экскурсию или нет? Я не знаю, поеду я куда-то. Где ждать информацию? Зайдите, пройдите по-любому, спросите. Да там нет никого вообще. Там пусто. Это равносильно, чтобы к столбу подходить. Ну, интересная экскурсия, девочка? Да. Да?
Сколько? Ну, в Новгород была. А, вы в Новгород ездили? Да. Ну, вас занесло. Ну, нормально на Новгороде? Сюда занесло, туда холодно. Тоже. Холодно. А вы откуда? Там холодно. Ну, вы с Сахалина, вам что жаловаться? Ну. Ай, вы Махачкала, молодцы. Короче, они ездят по всей России, ты понял? Вот, экскурсии, киоск. Вот так, видишь, если она съезжает, чуть поправляешь.